В лучшем случае. Нет, это когда вот именно в те годы, когда мы там жили. Да. 7 по 14 где-то. Не по 13, по 13, 14 уже сильно взял. Это амплуа просто старого человека у меня такое по жизни. Ну, ёшкин матрёшкин, Лёха, бомби. Ну, блядь, хуёвая мапа, чё я скажу? Лёха залп. Она меня так калит, это пиздец, я так ненавижу, сука. Вот офигенный залп. А тебе из маньяков больше всего калит? Маньяков? Ну, не знаю. Да не уса, наверное, на самом деле. У меня что-то как-то с ней не очень задается, я по летам пиздануть. Ой, это Коля, колокольчик, он прям... здесь. Лагает зверски, зачем я вас послушал, Лёги? Я гениально. Вот прям она. На Колю выбежать это уметь надо, да. Это скилл. Да ладно, мы, блин, свою рожу под бензопилу пихаем постоянно. Это тоже надо. Когда он просто рядом едет. Это реакция. Как, знаешь, как этот, как на автостопе этот. Да, 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 да. Вытянул такой, он тебе руку нахуй отрезал. И она куда-то в конец карты. Так. Ну, Танаточка, это уже классика, и уже не удивишь, не напугаешь. Она заебала меня, на самом деле. Это уже третью катку подряд у нас Танатка встречается. Ну, это же лучше, чем погиб. Берешь, блядь, лбок заряженный, нахуй, и сидишь, блядь, по полгода у этого генератора вонючего. Блядь, бабахнул. Он еще в этом, в престиже. Причем во втором даже, наверное, или в третьем. Может, ясно, да что тебе надо, блядь? Иди нахуй от меня. А где палеты, блядь? Палеты по дороге. Беги по прямой. И это еще в гаражах. Так, ну он отъебался. Я думаю, палеты тебе не понадобятся. Серьезно? Так, второго осколка нету. Ага. Ну ладно. И крючок. Время часиков, да? Так, часики у всех нас троих. Да. Чё рядом, там? Еще мой генератор ломает, гнида вонючая. По инфе рядом, не рядом. Пошел к тому, кто лечится. Я даже палет скинуть не успел. Я оставил, пацаны, я пожимаюсь. Хорошо. Весь ушел. Возле меня. Понятно. Он возвращается, ну пацаны, ну блядь. Миша, ну дай, я добью генератор. А то тогда же никто из нас в люк не выйдет. Косарь 200 это лучше, блядь. Да тут не будет косаря 200, он наполовину был заряжен. Ну отстань, ну Коля! Николай, блядь, лари-лалай. О, все, крюк освободился. Лень было до другого идти. Ну хотя позволяю, больше часов у меня нет. Так, ну у меня есть. Ну все, он в инвиз и пошел. До этого он без инвиза даже ходил. Но он, кстати, вроде ушел, да, он за желтый дом свалил. У меня еще ощущение, что у меня не всколен. Я проявлю крайнюю дерзость. Я проявил дерзость, он за мной. А, ну все, я тогда не проявляю дерзость, я проявляю крысятничество. Я пока тут захилюсь. Этот дядя весь кровавый, слушайте. Я сейчас буду с испуга все эти палеты ронять просто ради прикола. Очень прикольно, смотрю, ты уже по хребту выхватил. Я даже на соску палет не успел скинуть. На его свисток, блядь. Леха, отхилься, пожалуйста, очень плохо генераторы заводятся. Ща, я хилюсь. Ой, какой ты! Я даже палет не успел. Так, ну у Паши часов нету, его не снимаем. А, ну правильно.
реально, нахуй он нужен, блядь, за 1500 какой-то вонючий. Вы что, 3 гирлянды же. Ух ты. Вы тут уже разобрались. А я такой бегу, такой счастливый, думаю, ща я помогу. Хорошо, я снимаю, у меня часы. Хорошо, я тогда ломаю тотем. У меня часы. У тебя тоже часы есть? Да. Чё бы я без часов пошел играть, да ну ты брось. Коля, ну что это начинается, а? Чини ленинки. Ни одного палета по курсу, ёбаные в рот, приехали. Так, ладно, я иду снимать. Кто свободен, чинит. Пацаны, ну, снимайте. Ну, я бегу, я бегу. Поделите обязанности, это тут что-то это... Все... О! Так. И шо? И где? Ау! Ну ты хоть пукни, что ли? Ну ясно, понятно, что он в инвизе. Ну, походу, за дом забегал. Но мог вернуться спокойно. Ладно. Была не была. Бежим! Все лучше, чем тебя... Он у меня вышел. А, ну хорошо, пока. Удачи тебе. На, блядь, оглушу меня, гнида вонючка. А, ой, я прям к вам бегу, как всегда. Все, он ушел. Он починился, да, Коля, ну как ты заебал, нахуй, а? Блядь, подойдет тычку, даст и отъебется. Он тебе мозга делает. Да он тонатку ебаную разводит. Чисто стакает, блядь. Так это же не работает. О, божечки. Опа. Я сейчас леща? Да, леща. Ну, хотя бы он не кемпит, как крыса последняя. И это приятно. Он сейчас тоже около Паши ходит. Ворота пойдем это самое заводить, начнет кемпить. Чё, где геник там есть? Убежал? Я вот тоже не могу найти геник, все починенные нашел. Послушал, а чуваки... Кто-нибудь чинит геник вообще? Я чиню геник. Где? Вроде бы совсем чуть-чуть. Каком? Далеко. В Майерсе. Далеко, ну это хорошо, это... Так. Там где подвал? Ну... Так, зайдем. Коля? Коля, иди отсюда. Там он на одного. Да? Ай, он меня увидел. Определенно. И не уходит. К воротам. Давай к воротам. Ты часы въебал уже? Я нет. Да, у меня если снимите, он пошел там где на питание. Все снимаю, у меня один лист вот. Поехали. Сейчас его наедет, блядь. Не. Он побежал за хату, он бежит к Мэгги. Бежит, убегает. Вижу. Классно ты объяснил, вас три мы... А, все, вижу. Какой Мэгги он побежал. Так, одни ворота я открыл. Если бы он про меня сказал, он бы про меня и сказал. Там у него наеда не было? Не было у него наеда, вроде. Да он бы уже появился. Да. Вода закипела. Видишь его? Чувствуешь его? Я ну, чувствую. Что, вон он. Первый хит на мне. Там часы. Там часы, все на выход. А, у Паша лег. Блять. Паха последний раз, по-моему. Так, он за мной побежал. Да, я все. Отъебался от меня он. Ай, бегите. Вы что, убегаете? Я пыталась убежать. Ну ж... А я убегу. Ладно, шучу. Отвлекаю. Давай. Возвращается. Хит получу. Ай, блядь. Лёха, уходи. Сука. Но меня-то ты зачем бьёшь? Лёха, выбеги наружу. Он меня понёс, выходите. Да, выходите. Тут крюк. Рядом. У тебя часы есть, Паша? У меня нету больше.
ребят. Выползай. А мы тут с Лёхой засядем. А мы останемся. Нам нравится эта локация. Так да, классно. Нет, нет! Сука! Мог бы отпустить, ну серьезно, камон, я спрыгнул с крюка. Пака, уползай! Пака, ползи сильнее. Пака, челюстью помогай! Что, дядя, отпусти меня. Далеко, давай, спрыгивай. Я к тому же был отсюда. Что он делает? Что он за пыльника? А, это уж чтобы ты ворота не убежал. Давай, беги. Вот ты спринта, татуха тебе, молодчик маленький. Да что ты делаешь? 1500! Правильно, 1500 куска лучше, чем 5. Это ты дело, я своих не бросаю. С каких, блин, пор ты своих не бросаешь? Человек побег. Притормози у Люка. Не хочет притормаживать. Ну, камон. Не, ну, Коля неплох. Хорош, ладно. Ладно, положил. Но мы почти тоже убежали. На самом деле думал, что он это не поймет такой наглости. Ты думал, он ворота побежит? Ну мало. Ну ладно.